Великая Отечественная война коснулась и нашей семьи. Мой прадедушка Хребто Иван Семенович родился в 1921 году в Краснодарском крае. Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, мой прадедушка добровольцем пошел на фронт. Мой прадедушка в 1943 году с группой бойцов освободил от немцев господствующую высоту и за проявленную храбрость и героизм получил медаль за отвагу. К сожалению, мой прадедушка не дожил до конца войны и до Великой Победы, ведь при освобождении города Керчь он погиб смертью храбрых. Фотографии моего дедушки, к сожалению, не сохранилось. Ведь фашисты сожгли его дом со всем его имуществом. Также я хотел бы рассказать еще об одном моем прадедушке, Купине Иване Трофимовиче. Он родился в 1899 году. Он очень рано потерял свою мать и растила его мачеха. Когда началась гражданская война, он пошел на фронт со своим братом Федором добровольно. А после гражданской войны он закончил Ленинградский университет. А когда началась Великая Отечественная война, он опять пошел на фронт. Он участвовал в освобождении Прибалтики, освобождал Кёнигсберг и даже получил медаль за взятие этого города. Он был награжден 4 орденами и еще очень многими медалями во времена Великой Отечественной войны. Он дошел до Берлина и закончил войну званием майора. Я очень горжусь своими предками и пытаюсь брать с них пример.